Всем доброе утро! Мы проснулись, и это последняя неделя в отпуске. В субботу мы уже едем домой. Мы решили не терять времени зря, и сегодня прямо с утра поедем на море, на Куршскую косу. Загорать, купаться, наслаждаться атмосферой морской. Ну что, ты готов на море, сынок? Да. За Евой заедем? Да. Нам вчера принесли черешню, и она такая вкусная, сладкая. А еще вкуснее от той мысли, что она только вчера росла у кого-то в саду, да, во дворе, что здесь все витамины, а сегодня мы уже ее едим. На завтрак у нас блинчики. Мы готовы, время еще даже нет 10 утра, мы собрались и поедем на море загорать, купаться. Это то, чего мне больше всего хотелось. Мы сейчас еще заедем за Евой и все, поедем на Куршскую косу. Сейчас проходила парочка, у них машина тоже на немецких номерах. Они нам так помахали, привет, радостно. Мы им тоже помахали в ответ. Мы приехали за Евочкой, вон она там уже бежит по лестнице. Привет! Все, забрали нашу Евочку, принцессу, и поехали купаться. Мы подъезжаем к Зеленоградску, прямо Зеленоградск, а направо мы уходим на Куршскую косу. Там много машин, хотя сегодня понедельник, удивительно. Нам уже недолго осталось, вот шлагбаум. Дети уже не знают, чем им заняться. Мирон мажет ноги кремом. А я уже все домазала. Велосипедисты без очереди, им хорошо. Но полчаса мы постояли в этой очереди. Спасибо. 750 рублей мы заплатили, 150 рублей машина и 300 рублей входной билет за двоих взрослых. У детей бесплатный билет. Ну что, мы на Куршской косе, с правой стороны море, с левой стороны залив, лес с двух сторон. Здесь велосипедная дорожка идет в лесу. Идеальное место для провождения своего отдыха. Уникальная природа, уникальный воздух, звери, птицы. И очень-очень красиво. Мы обычно ездим в Рыбачи, это предпоследний поселок, а сегодня мы хотим где-то за Лесным найти местечко. Вот это поселок Лесной, здесь обычно много людей, и на пляже много людей. Сейчас мы его проедем и найдем какое-нибудь место, чтобы можно было выйти к морю. Мы нашли место для парковки. Мы нашли муравейник, и причем здесь какие-то вообще нереально огромные муравьи. У них жизнь кипит. Возьми Еву за ручку, сейчас дорожку переходим. Идем через красивый лесочек к морю. Мне кажется, тут самое короткое место до моря, потому что уже слышно, как море шумит. Вот оно, наше море! Ух ты! Там было так жарко, а здесь такой ветерок прохладненький. Как водичка? Холодненькая. Холодненькая, да? Мирон, как водичка? Мирон говорит, теплая. Ну, она не холодная. Она нормальная. Купаться, наверное, будем сегодня. Ева с Мироном сразу к воде. Мы тут рядышком прилегли, чтобы детей видно было. На пляже народ есть, но немного. Нормально, не как в Зеленоградске. Сегодня я хочу просто лежать, слиться с этим песком, с этим морем. И максимально ничего не делать, расслабиться. Не знаю, насколько у меня это получится с детьми, но я буду стараться. Мы взяли черешню с собой. Наконец-то именно то, что я и хотела. Шум прибоя, солнышко, спокойствие. Вон, Витя тебе даст черешню. Мирончик уже замерз, прибежал погреться. Идеально, тут даже нет интернета. 100% присутствие в моменте. На небе сегодня вообще не облачко. Классная, да, погодка, Ев? Да. Повезло нам. Я показываю солнце. Красиво. Камушек, сердечко. Мне кажется, это не сердечко. А что это? Это не похоже, это чуть-чуть похоже на сердечко. А на что больше похоже? А похоже на собачку, если вот так вот сделать. А, это собачка, понятно. А вот так вот похоже на губы. Да. Витя надувает матрасик, а Мирончик решил перекусить. У нас здесь свежие овощи, цветная капуста, картошка. Девочка тоже уже проголодалась. И наш папа ходит, не знает уже, чем заняться.
Он говорит, через полтора часа уже домой едем. Я хочу домой. Ему скучно, он не знает, что такое на море отдыхать. Витя с Евой пошли купаться. Упи! Да, ты неудачно приземлился. Пойдешь на матрасе кататься, папа вас покатает, море с Евой. Ты сюда ляжешь на серединку, и папа будет по морю вас катать. Yeah. Ура! Витя Еву катает. Блин, такие волны. Волна! Прям сносит. Море, конечно. Сегодня шумит, волнуется. Мирону не понравились катания, потому что волны большие. Витя нас сейчас на этом матрасе с Евой катал. Так классно, вообще просто расслабление, релакс. Первый пошел. Ева с Мироном пошли греться, а мы только водичку прочувствовали. Как я поэтому скучала, как я вот именно этого хотела. Хотела целый день провести на море, валяться, слушать шум моря, потом купаться, потом опять валяться, потом опять купаться. Ну и так по кругу. Мы сдуваем матрас и уже потихоньку будем собираться. Все проголодались. Теперь мы с Евой решили прогуляться, пока Витя матрас упаковывает. Ева! Ничего никто не забыл? Я ничего. Хорошо покупались, позагорали. Теперь поехали дальше. Кафе. Мирон говорит, мам, вот это было приключение. Поехали мы дальше. Кстати, чуть-чуть подзагорели, лоб прямо у меня начинает гореть. Курская коса – это заповедник, поэтому въезд сюда платный. Но это и хорошо, потому что везде на побережье уже очень много людей, а здесь все еще есть такая немножко дикость и не так много народу. Все еще очередь на въезд. Не маленькая такая, мы уже проехали большую часть. Мы на выезде из Зеленоградска рассмотрели, что здесь есть кафе-пекарня, называется «Тепло». И мы решили зайти посмотреть, есть там что-нибудь покушать для нас. Интересная такая здесь атмосфера. Правда, тепло и уютно. А чепури у них есть? Смотрите, здесь какие десерты, макарон есть. А, вот что такое шу. Я думаю, что такое шу? Манго, кокос, малина и заварной крем. Наверное, банановый какой-то пирог. Это медовик. Это с вишней пирог. Тарт с вишней. И запеканка творожная. Луковый пирог. Пирожки. Ой, такие классные пирожки с капустой, с картошкой. Здесь еще хлебушек на закваске продается. Нам принесли уже чаек травяной. Мы облепиховый пунш еще заказали. Нам принесли уже брускетку с томатами и салатик из свежих овощей. Пирожки мы еще заказали. Брускетта просто божественная, такая хрустящая, вкусная. И такой хлебушек просто невероятная. У Евы макарошки с двойной порцией сосисек. А у Мирона просто макарошки. У Вити паста карбонара. А у меня паста с грибами. Как тут вкусно кормят. Мирон, тебе вкусно? Да. Да. Вот реально вот эта вот паста, ее готовят прямо здесь. Она очень вкусная. Луковый пирог принесли. Наш счет вышел на 3140 рублей. Мы взяли еще хлебушек с собой. Весь хлеб на закваске. Ты куда поедете? К бабушке или с нами к доктору? К бабушке. А ты, Мирон? В Орловку. В Орловку. Да. Хорошо. Папа. Мы приехали. Завезли детей и поехали дальше. У меня сегодня лор. Я уже рассказывала, я езжу на промывание миндалин. Одна процедура стоит 1600 рублей. У меня сегодня будет уже четвертая процедура. Надо 5 сделать. Делаю я процедуру в клинике Апрель на улице Партизанской. Здесь нас встречает небольшая такая неприятность. Огромная-огромная пробка с моря. Люди едут. И она, не знаю, докуда она продлится, но надеюсь, что мы успеем. Мы прорвались. Пробка была, наверное, меньше 2 минут. Но там вроде бы дальше опять показывает, будет пробка. Все, я на месте. Сегодня уже 4-й раз. И почти не страшно. 2 минуты, и я свободна. С каждым разом все легче и легче. Такое облегчение. Осталось еще один раз.
Я уже окончательно свободна. А, пробка до сих пор еще. Сколько машин? Километра 3 на 4. Да, представляешь, стоять, съездил на море. Тоже некоторые люди решили побыстрее приехать, но не получилось. Тоже в пробке. Хорошо, что мы раньше поехали, прикинь, сколько мы бы стояли. Дети, ну как вы? Мы по вам уже соскучились. Ножки маю. Все, наконец-то усил. Надо быстрее, пока он, я не сделаю секретную книгу. Любовь, вы куда? Витя с Евой и с Мираном пошли в магазин. Че? Что ты на меня-то натравил? Всем привет! Всем привет! Че привез, покажи. Вот эту. А еще что у тебя здесь в тележке? Мирон всегда ходит с этой тележкой. Водичку еще купили, да? Большую и маленькую. Да. Че купил? Да ничего не только купил. Лаваш? Нет, только и водичку. Воду одну бутылку взял, она была побольше. Ну, блин, я всегда забываю у них тачку забрать. Корзинку. И квас, две бутылки. У Мирончика макарошки на ужин. Бабушка ему конфетку пообещала, да, Мирон? Ты за конфету ешь или просто так? Я конфету. Разрезать? Угу. Он старался, он пошел, большую ложку даже взял. Посмотри, я на конфетках и это... О, нифига себе. Смотри, как он... А ты, ёлки-палки.